друзья, завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас, це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – діяльність Центру німецької культури. І зараз я з задоволенням представляю вам наших сьогоднішніх гостей. Голова Миколаївського обласного центру німецької культури Дмитро Цегельний і керівник молодіжної організації Миколаївського обласного центру німецької культури Тетяна Гнат. Друзья мои, здравствуйте. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию. Очень рады вас видеть. Тем более, что у нас есть замечательный повод, информационный повод поговорить сегодня в прямом эфире о недавнем событии, которое произошло в Николаеве именно 25 марта. Татьяна, может быть, вы продолжите? Я продолжу, но хочу еще добавить, что в октябре 2016 года Советом немцев Украины и Благотворительным фондом Общества развития был объявлен конкурс по организации немецкоязычных театральных групп. Мы приняли участие в этом конкурсе и получили финансирование на организацию нашего такого небольшого театра. На немецком языке? На немецком языке. В первую очередь на немецком языке, потому что это еще один новый интересный способ изучения немецкого языка с помощью театра, да? Ну и, конечно же, раскрытие своих творческих талантов, своего творческого потенциала. Да, где можно еще раскрыть свои творческие таланты, как не в театре, правда? Да, но при этом разговаривая на немецком языке. Так вот, мы начали организацию нашей небольшой театральной группы. И 23 февраля в Одессе в рамках социально-реабилитационного проекта для этнических немцев из Донецкой и Луганской областей и вынужденных переселенцев у нас состоялась премьера нашего спектакля «Тили, Вилли унд Рудольф». Да. Очень много людей присутствовало на нашем выступлении, всем очень все понравилось. Конечно, но не только ж немцы, наверное, нет, были. Не только немцы, все желающие, которые хотели приобщиться к языку, культуры и традициям Германии, пришли на выступление нашей театральной группы. Естественно, все переживали, все волновались, как же пройдет выступление, что же будет. Но, слава богу, первый блин получился не комом. Все получилось, все у нас удалось. И уже 25 марта, да, мы выступали в Николаеве. То есть это несколько дней назад. Да, вы выступали вот с премьерой, телезрители, премьера немецкого театра на Николаевской земле. Кстати, это театр кукол, да, театр Татьяна? Театр кукол, да. И куклы шили сами артисты, правильно да, я говорю? Я очень хотела бы поблагодарить всех участников нашей театральной группы, не только актеров, но и тех, кто принимал участие в организации всего нашего театрального действия, потому что это и декорации, и костюмы, и сами куклы, наши персонажи, да, нашей сказки. Тили, Вилли унд Рудольф — это три поросенка. Еще у нас есть Серый волк. Сказка Дмитрий, всем не вы Серый волк? К сожалению, нет. Но очень хотелось, да. Сказка всем известная, несмотря на то, что она была на немецком языке, не все же понимают у нас немецкий язык. Сюжет понятен, и всем все понравилось, как деткам, так и старшему поколению. Татьяна, так, вот у нас есть фотографии вашего спектакля. Я бы хотела попросить нашего режиссера Вадима Кирчева. Вадим, будьте добры, покажите нашим телезрителям эти фотографии, чтобы телезрители своими глазами, те, которые не успели побывать на спектакле, увидели, как это было замечательно. А Татьяна прокомментирует. Вот, Татьяна, прокомментируйте, пожалуйста. Вот три поросенка. Будете комментировать на немецком языке? На русском, чтобы все поняли. Три поросенка, ширма для театра кукол. Вот это наши актеры, да. Это наши актеры, студенты факультета иностранной филологии университета имени Сухомлинского и также активные члены организации Николаевского областного центра немецкой культуры. Вот замечательно, телезрители, я думаю, не знаю, зрителям, наверное, тоже очень понравилось, но судя по счастливым лицам участников спектакля, артистов, то видно, что эта работа доставила огромное удовольствие, да, Татьяна? Да, как нам, так и зрителям, и артистам, которые находились за ширмой и очень сильно переживали, как же
Одесса – это Одесса, там чужие люди. Конечно. Да? А сюда пришли все знакомые, мамы, папы, одногруппники, друзья, и они в два раза больше переживали, как же пройдет выступление. Но, слава богу, все удалось, все у нас получилось, и это не последнее выступление. Мы еще планируем с нашим спектаклем «Телевиллион Рудольф» побывать в Херсоне. Вот ближайшее наше мероприятие, это будет май месяц, мы поедем также с выступлением. Город Херсон. Можно сказать, что ваш маленький театр, у него большое будущее, несмотря на то, что он маленький. Он будет бороздить просторы не только нашей родины, может, поедет и на свою историческую родину, в Германию. Как вы полагаете, Дмитрий, такое возможно? Дай бог. Да, вполне возможно. Вот. Ну, наш театр только родился, вот, у него успешное начало, дай бог ему дальнейших успехов, творческих достижений. Вот. Ну и, как Татьяна правильно сказала, запланированы гастроли нашего театра по другим городам, по другим немецким общественным организациям Украины. Я думаю, это интересно, потому что мы все с удовольствием возвращаемся в детство, и вне зависимости на каком языке, люди прекрасно воспринимают этот спектакль. Ну, а детвора и говорить нечего, они просто счастливы, восторг полный. Вот. Ну, а, конечно, я думаю, что будут и другие постановки, и другие спектакли, будут обогащаться репертуар, ну и вполне возможно, что мы выйдем на международный уровень. Это вы обязаны выйти на международный уровень, тем более, Татьяна, вы и режиссер являетесь театра. Да. Вы не только идейный вдохновитель, вы еще и режиссер. Ну, мне очень помогают мои артисты, у нас большая команда, сценарий мы пишем вместе. Основную работу, конечно, выполняю я, да, но они мне очень сильно помогают, поэтому я уверена, что все у нас получится. Конечно, получится. Дмитрий, я понимаю, что ваш областной центр немецкой культуры, он проводит большую очень работу. Вот сегодня у нас конец марта, в принципе, уже январь, февраль, март, 3 месяца прошло с Нового года, да, и у вас, вы, конечно, в канун Нового года строили планы, и часть планов уже у вас реализована. Совершенно верно. Действительно, эти месяцы были очень насыщенными. Я бы остановился на том, что в январе у нас была завершена акция по доставке гуманитарной помощи социально незащищенным немцам. Я просто в двух словах скажу. А что, это в двух словах? Ежегодная... Скажите в трех. Акция, да, которая проходит каждый год при финансовой поддержке федерального правительства Германии через благотворительный фонд общества развития Одессы. Они финансируют. То есть социально незащищенные этнические немцы нашей страны получают продуктовые пакеты и предметы бытовой химии в качестве поддержки материальной. Потому что мы понимаем, что сегодня наши пенсионеры находятся в не самом лучшем материальном положении, поэтому Германия находит такую финансовую возможность оказать им посильную помощь. Ну, из запланированных мероприятий, то, что уже мы сегодня сделали на сегодняшний день, это успешно, я считаю, проведение спектаклей нашего молодежного театра кукол. Семинары. А семинары, что включают в себя семинары? 25-го, вот как раз и 26 марта, прошел у нас межрегиональный семинар по театральному творчеству. Да? Приехали к нам представители немецких молодежных организаций из Кропивницкого, из Херсона, из Запорожья. Ну и наши николаевские местные участники принимали активное участие в данном мероприятии. Андрей Дерек, заслуженный артист Украины, член также нашего центра, проводил мастер-класс по актерскому мастерству и сценической речи для участников данного мероприятия. Татьяна, а вот вы сами, вы являетесь режиссером этого театра, театра кукол, а вы по профессии, вы режиссер? По профессии я преподаватель немецкого языка и хореограф. Я закончила нашим, тогда это еще было высшее училище культуры, сейчас это колледж культуры, да. Я с 5 лет танцевала в ансамбле «Веселка», вот, и как-то с творчеством я, конечно, связана. По профессии я не режиссер, но мне очень-очень близка это. Ну, есть люди, которые по профессии не режиссеры, но зато по жизни режиссеры. Да, я очень люблю все, что связано с творчеством, поэтому это очень близко для меня, тем более немецкий язык. Вы хорошо владеете немецким языком? Да. Дмитрий, и вы?
Чтобы быть в вашем центре, нужно обязательно владеть немецким, да, чтобы быть членом? Не обязательно, можно его изучать, ходить к нам на курсы и изучать постепенно немецкий язык. Не обязательно, если вы не этнический немец, то вы к нам не попадете в наш центр. Приходите, мы всех рады видеть, как на курсах немецкого языка, так нашей театральной группы, и просто, если вы хотите посещать наши мероприятия. Дмитрий, еще какие, какую работу проводит Центр немецкой культуры Николаевский наш на территории нашей области? Потому что вы очень плотно и активно работаете, у вас и свободного-то времени практически нет. Ну, вы знаете, я с вами соглашусь, да, действительно, это очень большая работа, действительно, она занимает достаточно большое количество времени. Ну вот из таких итоговых мероприятий, может быть, это не очень зрелищно, но тем не менее это очень важно, является издание электронного словаря по итогам проведенных семинаров, которые были проведены на протяжении, может быть, где-то 10 лет даже. Это были самые различные семинары по живописи, по проекту художников «Встреча поколений». Кстати говоря, вот я сейчас воспользуюсь возможностью, Дмитрий взял очень красивый каталог, а если можно, переведите. Да, это на немецком написано «Встреча поколений». Угу. Это очень интересный проект, который тоже финансируется Германией, федеральным правительством Германии. «Встреча поколений» – это встреча художников, заслуженных мастеров пера и молодых, подающих надежды, талантливых немецких художников Украины. Именно Украины, да? Именно Украины, хотя выставки уже проходили и в Литве. Вот. В Берлине проходила. В Берлине, да, совершенно верно, в феврале прошлого года проходила выставка в Берлине. Вот. Ну и здесь работы наиболее интересные, может быть, такие яркие работы. Посмотрите, телезрители, какие начинается каталог работы. С работ Гарри Руфа. Это заслуженный художник Украины. Гарри Руф родился в 1931 году. И до сих пор работает и активно, очень успешно работает. В 2015 году в Брюсселе, в здании Европарламента, ему была вручена ежегодная премия, и он вошел в десятку ведущих художников мира. Эта премия называется «Золотая кисть». В 2015 году Гарри Руф вот был удостоен такой интересной премии. Вот наш николаевский художник Виктор Михайлович Семернев, вот его работы. Да, это прекрасные работы, и тем более приятно, что это наш земляк николаевский, хоть он и этнический немец, но все равно наш человек. Да, совершенно верно. Вот, и вот сейчас у меня в руках, вот зрители могут посмотреть, вот это электронный словарь, вот он буквально вчера вышел. А что он включает в себя? Он включает в себя слова, использовавшиеся во время проведения семинаров. То есть участники семинаров, которые проходили в том числе и на немецком языке, изучали, например, такие темы, как живопись, декоративно-прикладное творчество, вот можно просто прочитать, я вот в руках держу, вот видно, да, наверное, то есть это изонить, кардмейкинг, это скраббукинг, это лэббук, так флористика. Это серьезная работа, Дмитрий. Конечно, да, это у нас проводились неоднократно семинары, а также семинары по немецкому спорту, по пилатесу, вот, самые различные направления. Поэтому все эти слова, весь этот глоссарий был сведен в один диск. Вот здесь. А кто это так решил, что кто придумал, чтобы вот так свести? Идея, как бы вот давно уже была такая идея, вот его составила Цигельна Елена, вот она, кстати говоря, проводила мероприятие по лэпбуку и по спорту. Вот, вот здесь виден лэпбук. Ну и вот наше последнее достижение, это вот театр кукол Татьяна вот со своими любимыми персонажами и Гарри Руф, известный, о котором я сказал. Вот, ну, я диск отложу. Очень, я считаю, хорошая работа. Мы обратились в полиграф-центр «Шамрай» Павел Николаевич. Мы неоднократно обращались уже к ним. У них очень хорошее качество продукции. И каталог, и диск, и плакаты, и афиши для спектаклей мы заказываем у них. И получает очень высокую оценку.
Вот. Из запланированных мероприятий на этот год, ну, как известно, 2017 год – это год реформации в Европе, в Германии, и этот год, в общем-то, ряд мероприятий будет посвящен и на Украине, для того, чтобы отметить это, в общем-то, очень знаковое большое событие. 500 лет реформации. Реформации. Реформации, да. Ну, мы, а в Германии будет это широко отмечается? Ну, это событие, будет, да? Широко, наверное, отмечаться, я думаю, конечно, потому что это очень большое событие, во многом изменившее Европу, и которое, ну, конечно, это очень большое событие. Естественно, и с точки зрения религии, и с точки зрения церкви, и с точки зрения социально-экономических последствий, конечно, это очень большое событие. Вот, мы планируем проведение лекции на эту тему. Мы планируем проведение реконструкции даже. Ну, это мы планируем, но, надеюсь, это произойдет в селе Катериновка. Это бывшее поселение Катерининталь, бывшая немецкая колония. Сегодня это поселение Катериновка. И мы там планируем провести реконструкцию. Реконструкцию кирхи? Реконструкцию жизни немецких поселенцев там. Один день из жизни немецкого, да, колониста. Вот так вот будет, да, называться наша. Да. Может, даже небольшая, да, театрализованная постановка, да, будет. Да, да. Мы это все потом заснимем. И можно будет посмотреть. Мы пригласим туда и средства массовой информации, чтобы они засняли. Думаю, будет интересно. Дело в том, что в этом году селу Катерининталь исполняется 200 лет. И именно в этом селе, стараниями местной жительницы Нины Ивановны Денисюк, сохранился уникальный дом-музей усадьба колониста. Такого больше нигде нет. Я считаю, что наш долг, в первую очередь моральный, все-таки максимально акцентировать внимание общественности на сохранение этого музея, на то, чтобы о нем люди больше знали, тем более, что действительно там есть что посмотреть. Там сохранен полностью дом, быт, одежда, весь утварь. Реквизит, утварь, да, совершенно все вот как было, когда жили там немецкие колонисты. Я считаю, нужно как можно большее количество людей увидели, посмотрели, узнали об этом уникальном месте. Ну, а мы как бы постараемся воссоздать один день из жизни колониста силами нашей организации. Ну, это, то есть, как сказала Татьяна, это театрализованная постановка, да? Это будет включать в себя, да, театрализованную постановку, то есть мы планируем это вот воссоздать, как вот если бы мы оказались на 200 лет 200 назад. 200 лет тому назад. На то время, да, какие были одежды. Это будет на немецком языке, то есть люди будут говорить на немецком, актеры будут говорить, они будут пользоваться предметами быта, утварью какой-то. Ну, так это серьезная работа подготовительная очень. Ну, конечно. Предшествует, конечно, вот этому, конечно, событию. Конечно, мы уже работаем в этом направлении, и сейчас согласовываем и этнографический материал, исторический материал. Я вот, в частности, занимаюсь, да, вот, научной подготовкой этого события. Вот Татьяна пишет сценарий. Вот мы обращаемся и конечно же, пригласим сотрудников Николаевского областного краеведческого музея. Они всегда тоже участвуют в подобных этнографических поездках, которые мы проводим. Ну и, естественно, у них больше материала, больше информации. Вот, я к ним регулярно обращаюсь, ну, если нужно что-то подсказать, что-то, какую-то дополнительную информацию. Ну и, конечно, Нина Ивановна Денисюк, она жительница, она не этническая немка, хочу подчеркнуть, но она просто вот неравнодушный человек. Ей просто это интересно, она видит, что может исчезнуть просто в никуда это наследие, и его нужно сохранить. Я считаю, об истории села Катерининталь. Следующее, да, поколение, да, не узнают. Уже, ну, там не вообще узнали, не осталось этнических немцев. Понимаете, этнические немцы, в общем-то, они не остались в качестве, ну, вот, групп компактного поселения, потому что из-за известных событий 20 века, и когда их и депортировали, а кого не депортировали, были вынуждены уйти в марте 44 года, собственно говоря, на Запад. То есть их не осталось, остались их дома, их утвари, они уходили очень быстро, в течение нескольких часов их нужно было собраться и уйти, все. Они оставляли все, просто вот недоенных коров, лающих собак, вот просто уходили быстро и все, какие-то совсем необходимые вещи забирали и уходили. Поэтому и названия-то другие. Мы сегодня даем двойное название, потому что немецкое старое название и сегодняшнее название, потому что там уже нет этнических немцев. Или есть, но их очень мало.
их очень мало. Есть еще поселения, где кое-где сохранились, но вот нужно успеть побольше собрать информации о них, поэтому мы делаем такие поездки и узнаем, бывает совершенно случайно, о каких-то людях, которые каким-то образом как-то сохранились там еще, и от них можно узнать очень ценный и этнографический материал, и даже какие-то языковые филологические аспекты, потому что они говорят на диалектах немецкого языка. Это не просто Hochdeutsch, это не литературный немецкий, который можно выучить, это тот язык, на котором говорили их предки, это очень ценно. Больше этого нигде не найдете. Вот если этих людей не будет, все, мы больше ниоткуда не узнаем. Ну, мы знаем, что в Николаевской области проживало большое количество немцев, целые колонии, которые способствовали процветанию нашего южного региона. Но вот если говорить о сегодняшнем дне, то к сегодняшнему дню количество немцев, живущих здесь у нас в области, в том числе и в Николаеве, очень сильно сократилось. Конечно. Если, наверное, больше, чем наполовину. Наверное, ну, осталось только очень мало людей, которые... Ну, конечно, да, конечно, немцы. Да. Просто все эти трагические события 20 века, да и, собственно говоря, и сегодняшняя ситуация, в общем-то, не будем скрывать, да, конечно... Ну, не способствует, ряд... да, не способствует желанию да, продолжать да, да. жить Поэтому, здесь. Конечно, ряд этнических немцев... хотят уехать на свою историческую родину. Это неплохо и нехорошо, это просто нет, это личное это желание каждого человека. Факт, конечно. Конечно, это каждый, это выбор каждого человека. Но задачей нашей организации, хочу подчеркнуть, является сохранение языка, традиций, культуры этнических немцев, для того, чтобы они себя не чувствовали здесь чужими, чтобы они имели возможность сохранить свой язык и культуру, не уезжая в Германию. Вот так вот я бы подчеркнул это. Дмитрий, насколько я поняла, что принимают участие в семинарах и в ваших курсах, и в ваших мероприятиях люди молодые, а пожилые, они как-то охвачены деятельностью вашего центра? Ну, кроме того, что им оказывается какая-то материальная помощь, но, как говорится, не хлебом единым. Спасибо за вопрос, очень, очень хороший и правильный вопрос. Как раз пожилым людям у нас оказывается очень большая поддержка. И я хочу подчеркнуть, что поддержка оказывается не только николаевским немцам, но и вообще пожилым этническим, социально незащищенным немцам всей Украины. Почему? Потому что на базе санатория Ингул проводится оздоровительные социально-реабилитационный отдых, да, такие вот проекты, которые проводит Ангелина Сергеевна Шарт. Это президент Ассоциации немцев Украины и член Совета немцев Украины, отвечающий за социальную работу. К счастью, она живет в городе Николаеве. Как повезло Николаеву, нам действительно повезло, что она живет в городе Николаеве. Вот. И многие социальные проекты проводятся на базе санатория Ингул у нас в Николаеве. Не только в Ингуле, но большинство из них сейчас проводится в санатории Ингул. Вот. Конечно, мы не можем охватить всех желающих, естественно, есть какие-то и финансовые возможности, и возможности размещения, но во всяком случае, достаточное количество людей имеет возможность оздоровиться или как-то во всяком случае ну вот, пройти какое-то медицинское обследование или какие-то процедуры профилактические. И помимо этого, очень важным является то, что люди могут поговорить на немецком, попеть песни. Вот Татьяна с ними всегда проводит языковую работу, идут уроки немецкого языка, она ставит с ними немецкие народные танцы. С пожилыми людьми. Да, она все это проводит. И какие-то постановки они делают, и рисуют, и, в общем, они отдыхают душой. Это очень важно, что люди не чувствуют себя оторванными от общества, и чувствуют, что они нужны. Вот это самое главное. Конечно. Да? Они встречаются только ради этого, чтобы еще раз увидеть своих знакомых, пообщаться, поговорить, обсудить какие-то темы, и, конечно же, вспомнить немецкий язык. Как они раньше говорили в семье, как бабушка говорила на немецком языке, спеть песни. Я бы хотел еще подчеркнуть, что важно то, что пожилые люди могли бы передать свои воспоминания, свой опыт, свои знания молодым немцам или молодым людям, во всяком случае, чтобы они могли рассказать
кому-то это передать, какую-то историю, как, историю своей семьи, какие-то забытые рецепты, может быть, просто, какие-то забытые песни, что-то рассказать, потому что это живая история. Вот в этом, наверное, заключается связь времен, связь поколений. Да, главное, чтобы не прерывалась связь поколений, да. Правда? Друзья мои, у нас практически нет времени, но есть еще для вас, чтобы каждый из вас два слова на под занавес, как говорится. Таня. Приглашаю всех в наш Центр немецкой культуры, в нашу театральную группу. Мы рады видеть всех, не только этнических немцев. Вторник и четверг проходят курсы немецкого языка в библиотеке имени Крапивницкого. Мы всем рады видеть, как и молодежи, так и старшего поколения. Дмитрий, ну и ваше заключительное слово нашего эфира, только очень быстро, одно слово. Herzlich willkommen und alles Gute. Спасибо, друзья мои. Danke schön. Спасибо, друзья мои. Сегодня мы с вами говорили о деятельности Николаевского областного центра немецкой культуры. И как видите, что он действительно активно работает и охватывает всех. И стар, как говорится, и млад. Це була розмова на тему. На все добре.